Жители города и округа уже 2 года пользуются скоростным интернетом от НКС. Пришло время прогресса и перемен в сфере интернета, связи и телевидения. В регионе стартует глобальный проект – строительство оптической сети. К марту жители города получат возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, цифровым телевидением и телефонной связью благодаря одному универсальному устройству. Ненецкая компания электросвязи приступила к строительству оптической сети GPON. Проект не имеет аналогов в округе, он обеспечит многофункциональный доступ в интернет с качественным надежным соединением на беспрецедентно высоких скоростях до 1 гигабита в секунду. На сегодняшний день эта технология одна из самых современных в мире. При подключении с помощью оптического волокна каждый абонент получит отличный интернет на высокой скорости, доступ к телефонной сети и цифровому телевидению. GPON имеет множество преимуществ по сравнению со старыми технологиями. Основное преимущество, конечно, это большие скорости доступа в сеть интернет. И мало того, что они просто большие, они симметричны. То есть и скачка фильма, и выгрузка фотографий, например, в социальные сети, они будут происходить на одной и той же скорости. Помимо этого, у абонента отсутствуют какие-либо дополнительные устройства. То есть в одном универсальном устройстве он получает тот самый оптический приемник для этого оптического волокна, получает Wi-Fi-передатчик увеличенной мощности и порты для доступа к телефонной связи и к цифровому телевидению. Новая услуга станет доступна жителям города и поселка Искателей. Подключить ее можно, обратившись в офис ненецкой компании электросвязи. Для подключения к сети абоненту необходимо подойти к нам в офис или же оставить онлайн-заявку на сайте. При наличии технической возможности с абонентом сразу же будет заключен договор на подключение к сети. И через 2 недели абонент получит свою услугу. Первыми доступ к скоростному высококачественному интернету получат горожане. Сегодня уже идет строительство сети в центральных районах Нарьян-Мара. В данный момент мы закончили полностью распределительные сети микрорайон авиаторов. В данный момент работаем по улице Ленина, Капитана Матросова, Оленная. На 2015 год мы планируем расширение данной сети как в центральной части города, так и уже в ближайших микрорайонах. Все достоинства и удобства технологии GPON жители города смогут оценить уже в начале марта. Интересующую информацию вы можете узнать по телефонам 211-03 211-05 или по адресу улица Ленина, дом 25А. Сергей Журавлев, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».